Всем привет, ребята, с вами Алекс и канал Макси Фиш. Короче, я сегодня не буду показывать свою рыбалку. Я буду показывать рыбалку своего друга Сереги, с которым я был на озере в село Чичулень Ханчерского района. Он, короче, поехал еще раз сюда попробовать поймать рыбку на макушатник. Ему понравился монтаж макушатника, он ни разу его не использовал. И решил еще раз туда поехать. Как раз в тот день, когда я поехал поймать толстолоба. Вы помните, кто смотрел, мы были с ним на том озере, поймали хорошего амура на 4, на 5 килограмм. Какие-то карпики там попались на 2, на 3 килограмма. Так что ссылка на это видео будет в описании. А то, что получилось, вы сейчас будете смотреть. Кстати, Серега еще немножко попытался описать дорогу, как туда доехать. Эти моменты я прикрепил в конце видео. Так что вам приятного просмотра. Ставьте лайк, подпишитесь на канал. Ни хвоста вам, ни шви. Всем привет, с вами Серега. Едем сегодня на рыбалку на озеро Чичулень. Сегодня у нас 4 июля. На том водоеме, куда мы сегодня едем, были с Алексом с канала Макси Фиш 28 июня. Будем пытаться улучшить результат прошлой рыбалки. Ну, что из этого выйдет, посмотрим вместе с вами. Все, до связи. Так, ну что сказать. На прошлой рыбалке Алекс меня раздразнил своим макушатником. Меня немножко удивили его результаты, которые показал макушатник под конец рыбалки. Но тем не менее он их показал. До того, как закормить место, я вот смастерил по-быстренькому вот такую оснасточку. Все это на глухой оснастке, на шнуре 0,16, палка 3,6 с отвесом до 120 грамм, на наживке, на крючке, петля в петлю, опять же, без волоса, без ничего. Как бы есть волосяная оснастка, но я ее не использую в данном случае, нацепил просто-напросто, наживил на крючок две кукурузины. Так, кидать мы будем вот прямо к вот этой вот коряге. Ее может быть очень плохо видно, но тем не менее, именно туда и будем кидать. Все, погнали, дальше отпишусь. Так, ну что, первая палка в воде. Рыба гуляет по озеру. Вот тут вижу какие-то волны. Ходит кто-то, питается. Вот по всему озеру. Вот здесь такие буруны пошли. Кто-то здесь ходит, такой вот пошла волна. В общем, рыба потихонечку просыпается. Начала активизироваться. Значит так. Остальные будут закормлены несколько точек. Сейчас попробую сделать зум. Так, вот этот основной коряжник. Вот. И вот между ним. Вот тут вот. Есть такая как бы небольшая прогалинка. Вот в этой части. Тут будем кормить. Потом следующая часть у нас будет вот тут. Поближе к корягам. И третья часть. Третья точка, вернее, будет вот здесь, на этой точке. Вот. А макушатник у нас прямо лег практически на корягу. Вот. Вот эти точки будем закармливать. Значит так, в кормовой базе на прикормочном столе будет кукуруза отваренная. Вот она, отваренная кукуруза. Сдобрена она кукурузной патокой и ложка соли на весь вот этот объем. Так, это будет работать у нас как прикормка, а как привада сделаем. Пойдет у нас вот такой вот биг карп. Замачивать будем его не сильно, потому что как бы достаточно крупнофракционная прикормка.
И для того, чтобы она больше пылила, будет работать как привада рыбы на точку. Но это все теория. Посмотрим, что будет в практике. Так, ну что, первый спом готов к залету на точку. Вот. Будет где-то порядка 5 спомбов в каждую точку. И потом сыпуха пойдет у нас тоже по пару спомбов буквально, выполняя роль привады. Ну что, друзья, вот он наш первый красавчик. Такой. Около 2 килограмм. К сожалению, поклевку заснять не успел. Оператор у меня лег поспать немного. Так что отправляем его обживать наш садок. Вот. Ну и продолжаем ловить. Что ты говоришь, маленький, нормальный? Нифига себе маленький. Отлично. Вижу. Давай. Иди к нам. Умничка. Слушай, я думала, надо было перезарядить, а он. Сорвался с крючка, прикинь. А в сетке? Хорош, да, Серж? Хорош. Да, сюда. На, сниму. Ой, блин, Сера, что ты делаешь? Аккуратно. Не надо кидать? Нет. А как? Ну спустись еще ножкой ниже. Ну и как чувство? Жмоть она. Значит, выезжаем из Кишинева в сторону Южного вокзала. Проезжаем указатель на Еловены и доезжаем красивенько до указателя Тончены. Тончень. Поворачиваем направо в Тончень и едем через Тончень, Суручень, то есть через Тончены и Суручены выезжаем прямо на Полтавку.
Бобы и Суручен. Поворачиваем налево на Полтавку и едем в сторону Левушенской границы. Так, выезжаем из Донечен, заезжаем в Суручены и погнали дальше на выезд. Так, при выезде с... Как называется это село? Бури? Нет, вот это, где мы сейчас были. Дончен, Суручен. Суручен, да. Сбиваем километражик на ноль. И я вам покажу, сколько будет, когда мы доедем до нужного нам поворота. Все, выехали из Суручен. Поворачиваем налево на Полтавскую трассу или Балканское шоссе, кому как удобно. И едем в сторону румынской границы, в сторону Левушен. Основной ориентир, второй основной ориентир. Тихо. Отлично. Продолжаем движение вперед. Так. Поворот налево, и у нас на спидометре показывает ровно сколько? 34 километра. И есть еще один вот такой вот третий основной ориентир. Такой вот красивый. Все, нам сюда. Погнали. Дискотека какая-то там, не просто так.